Предприятие с озвученным названием «Руспромпродукт» наладило выпуск антисептиков и бытовой химии нового поколения. По качеству продукции не уступает зарубежным аналогам. Компания основана в 2020 году, однако юный возраст не мешает строить амбициозные планы. А в производстве антисептических средств используются наночастицы драгоценного металла. Нам удалось создать уникальный продукт с помощью наших технологов, химиков. Ведущие технологи работали над его формулой. Основу, которая составляет изопропиловый спирт, потом нанокомплекс серебра, наночастицы, которые сейчас признаны уже как самые лучшие дезинфектанты, и менее токсичные, и более действенные. Помощь государства и политика импортозамещения открыли перед коллективом серьезные перспективы, особенно после ухода с рынка конкурентов из Европы и Соединенных Штатов Америки. Скоро компания перейдет на новый этап развития. Тут готовится к открытию третьей по счету линии производства для выпуска смазывающих и охлаждающих жидкостей, в том числе для автомобильной промышленности. Весь процесс технологической цепочки на нашем производстве, начиная от оборудования, заканчивая сырьем, все отечественного производителя. Это говорит о том, что мы сейчас независимы от европейских поставщиков сырья и, соответственно, запасных частей для линии розлива. «Руспромпродукт» может и дальше увеличивать объемы работы. Необходимый запас мощности есть, а значит, доля качественной и доступной импортозамещающей продукции из Мордовии на отечественном рынке будет только расти. Руслан Савойский, Станислав Семин. Народные новости. Рузаевский район.